Терминалы Galileo Sky интегрированы с фотокамерами производства QQZM. Для передачи изображений с объектов мониторинга на сервер доступно более 10 различных моделей камер. Благодаря подключению камеры к терминалу можно контролировать салон в общественном транспорте, осуществлять идентификацию водителя или настраивать фотосъемку по событию. Например, при открытии дверей, в случае резкого торможения автомобиля и других событиях. Кроме того, можно использовать решение для контроля безопасности на стационарных объектах, например, выполнять снимки после открытия шлагбаума. Функционал работы с фотокамерами реализован при помощи технологии EasyLogic и доступен на терминалах версий Galileo Sky BaseBlock и Galileo Sky 7. Минимально требуемая версия прошивки 17 или выше. Для работы с фотокамерой требуется наличие интерфейсов RS-232 или RS-485, а также microSD-карты, установленные в терминале. Снимки передаются в формате JPEG с разрешением 640 на 480. Полный перечень фотокамер QQZM, совместимых с терминалами Galileo Sky, можно посмотреть на сайте производителя или в интернет-магазине по представленным ссылкам. Рассмотрим, как подключить фотокамеру по интерфейсу RS-232 и настроить прибор Galileo Sky. На рисунке представлена схема подключения. Обратите внимание, земли терминала и фотокамеры должны быть соединены. Контакты RS-232 должны соединяться строго по схеме RX-фотокамеры TX-терминала и TX-фотокамеры RX-терминала. Питание на камеру подается отдельно. После подключения камеры выполните следующее действие. Установите в прибор SIM-карту с активной опцией GPRS. Подключите терминал к компьютеру и запустите конфигуратор. Перейдите на вкладку «Команды» и в зависимости от требуемого качества фотоснимков выполните одну из представленных команд. Первая команда загружает алгоритм, который выполняет более качественные снимки с размером файла около 35 килобайт. Вторая команда – алгоритм, который выполняет снимки с меньшим качеством и размером около 25 килобайт. Перейдите на вкладку «Устройства» и убедитесь, что алгоритм загружен на терминал. На вкладке «Настройки цифровые входы» в поле RS-232 тип периферии выберите режим «Обработчик фотокамеры VisiLogic». В поле «Период съемки» укажите периодичность, с которой снимки будут выполняться и сохраняться на microSD-карту. При значении 0 съемка ведется только по событию. В поле «Период съемки с отправкой на сервер» укажите периодичность, с которой снимки будут выполняться, сохраняться на microSD-карту и отправляться на сервер мониторинга. Снимки передаются в формате JPEG с разрешением 640 на 480. Разрешение снимка изменить нельзя. При необходимости настройте съемку фотокамеры по событию на вкладке «Настройки сигнализация». Для проверки работы камеры перейдите на вкладку «Диагностика» и активируйте параметр «Диагностика алгоритмов и скриптов». При корректном подключении и настройке вы увидите диагностические сообщения об успешном выполнении снимка. В зависимости от порта, к которому подключена камера, фотоснимки помещаются в один из каталогов с указанием даты, месяца и года. Имена файлов фотоснимков формируются с указанием времени создания файла в следующем виде. Например, настройка терминала Galileo Sky на работу с камерой через интерфейс RS-485 выполняется аналогично настройке прибора для работы по интерфейсу RS-232. При этом в конфигураторе на вкладке «Настройка цифровые входы» в поле RS-485 тип периферии необходимо выбрать значение «Обработчик фотокамеры VisiLogic» и «DUT». Снимки помещаются в указанный каталог. Пример отображения снимков ПО-мониторинга представлен на рисунке. На этом подключение фотокамеры QQZM к терминалу Galileo Sky завершено. Терминал готов к работе.